Amalgamated Pharmaceuticals. Добро пожаловать в Amalgamated. Я доктор Стронг, глава исследовательского отдела. Если парень, здесь пойдем. Мы творим будущее. Ребята, перед вами наша гордость. Генетическая лаборатория, прошу вас. Ну, ничего себе. За мной. Осмотритесь. Ух ты! Смотри! Привет! Какая ты красивая. Арис спроектирован с учетом самых передовых научных разработок. Правда красивая? Да, очень. Я, пожалуй, ее сфоткаю. В стенгазету помещу. Правила простые. Не кормить животных. И, конечно, не снимать со вспышкой. Некоторые из наших животных чувствительны к яркому свету. Улетела. Ты чего, лошонок? Брешь, Вэл. Уймись, не трогай его. Еще как трону. Что, безобразим, Лэнс? Нет, никаких проблем, дядя Лу. Мистер Лэндерс, знакомьтесь, это Лу Лэндерс, блестящий ученый и глава нашей компании. Теперь я просто бизнесмен, дети. Это вам предстоит двигать вперед науку. Приятной экскурсии. Вы не здоровы? Да нет. Нормальное кровохарканье. Рик Райкер? Скажи, ты случайно не сын Блейна и Джули Райкер? Он самый. А, как же, помню. Как у них дела? Они погибли 9 лет назад. Ну, а в остальном удачно? Да, спасибо. Теперь живу с дядей и тетей. Что ж, как говорится, яблочко от яблони. Надеюсь, не погибнешь, по их примеру. Нефиг выставлять меня, дураку! В другой раз изувечу! Наши опыты позволили разработать новые антибиотики, эффективные пестициды и небывало мощный феромон, повышающий половую возбудимость животных. Состав H2O9. Это сильнейший афродизиак. От одной капли животные приходят в сексуальное неистовство. Мы надеемся, что он поможет возвратить исчезающие виды. Перспективный объект исследований – эти прелестные стрекозы. Вот они. Посмотрите на наших стрекоз, ребят. Правда, хорошо? Они исключительно живучи и сильны для своего размера. Держите его, ребята, я иду. За счет имплантации ДНК мы создали 7 генно-модифицированных, можно сказать, суперстрекозок. Ну, их там всего 6, ну? Ну, одной может и больше, одной меньше, ерунда. Только за прошлый месяц я потерял 6 тигров. А здесь мы держим копытных. Как только закачаю в интернет. Получи, сука.